Сам конкурс проходил с апреля по май этого года. В нем приняли участие более 60 человек со всех уголков региона. Всего 4 номинации. 85-летие Тамбовского края, победа в кадре, я патриот, о России с любовью. Победителями стали 29 поэтов. Их произведения и вошли в сборник. Подобные мероприятия, думаю, хорошо влияют на наших поэтов, потому что мы не ожидали, на самом деле, такого большого охвата среди целевой аудитории, то есть подавали заявки, подавались. Потом, после того, как мы завершили прием заявок, к нам все равно они еще пытались поступать. Это первый сборник стихов, приуроченный к 85-летию Тамбовской области. Организаторы конкурса отмечают, что останавливаться на этом не планируют. В следующем году они намерены провести второй такой конкурс.